Вот уже 17 лет, как здесь отмечают этот праздник. В этом году посвящение в первоклассники прошли 133 ученика одной из старейших школ Воронежа, где бережно относятся к своей истории. Посвящение в первоклассники – это действительно добрая традиция тринашки, потому что появилась она уже практически 20 лет назад. 13 ноября школа празднует день рождения. И вот как бы подарком на день рождения в школе является посвящение в первоклассники. Понятно, что они 1 сентября пришли в школу, их приветствовали, все было для них. А сегодня для них вот такая вот обрядовая игра. То есть они погружаются в историю, потому что они пером пишут свои имена в книге первоклассников. Так, ребята, ищем куртку. Кто написал? Идите, кто нет. Этот урок чистописания перьями они запомнят надолго. Среди тех, кто прошел обряд посвящения в первоклассники, ученик 1 А-класса Ярослав Рыжков. Сегодня был такой день, очень, было интересно, очень перьями, когда писать было немного сложновато, и ощущение, как будто попал в средние века. Были немного сложноваты, в чернила надо макать, и быстро заканчивается чернила. По уже сложившейся традиции, обрядовая игра объединяет старших учеников с младшими. 11-классники с удовольствием берут шефство над первоклашками, погружая их в атмосферу истории школы, которая в этом году отметила свое 85-летие. В основном подготовкой и проведением вот этой обрядовой игры вместе с педагогами занимаются выпускники, ученики 11 классов. Вот 1 сентября, по традиции, они вводят этих детишек на линейку. А вот в день рождения школы, в посвящении первоклассники, также за ручку, они проводят их по разным маршрутам. Не исключено, что те яркие эмоции и знания, которые ребята получили в день посвящения первоклассника, они пронесут через все школьные годы и спустя время также станут наставниками для новых учеников школы. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал.